Как только вхожу в свою почту, справа сразу появляется список моих контактов. Сейчас вот Александр админ не активирован. Наводя курсор на любой из этих контактов, я могу посмотреть, кто это такой. Попробую сделать так, чтобы Александр админ вошел в сеть. Что это изменит? На самом деле это мой аккаунт, я сейчас в него вошел, и около фамилии контакта появляется, ну, поскольку у меня есть веб-камера, здесь появляется значок видеокамеры, а если нет видеокамеры, то появляется зеленый кружочек. То есть список людей, которые находятся сейчас онлайн в вашем списке контактов, будет обозначен либо веб-камерами, либо зелеными кружочками. Зелеными веб-камерами, либо зелеными кружочками.